Струнный транспорт – это быстро. До 500 км в час может разогнаться высокоскоростной струнный транспорт, это в два раза быстрее самого быстрого поезда России – Сапсан. До 150 км в час может разогнаться городской струнный транспорт, это в два раза быстрее автобусов. До 150 км в час может разогнаться грузовой струнный транспорт.